Яндекс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Ну что же, программа «Личное утро». Мы с огромным удовольствием сегодня побеседуем с нашим гостем. Мы, это Анна Смирнова и Олег Века. Нам помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Дело в том, что в нашей студии и публицист, и языковед, и журналист, и переводчик, и очень выступающий активно за права латгальского языка и культуры, и преподаватель, и коллекционер букварей Юрис Цибульс. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Наверное, вот можем мы даже начать с вашей новой книги, потому что... Да, она здесь, у нас в студии, для наших радиослушателей, которые могут смотреть трансляцию на нашем сайте Mixnews.lv, вот можно будет ее увидеть. Новая книга. Что которая, это за книга? Я понимаю, такой отчет о проделанной работе здесь. Да, это книга, коллекция букварей народов мира. Угу. Здесь информация о коллекции имеется на 31 языке, включая латгальский и такой язык, на котором говорит моя мама. И, ну, как все мы говорим, это пурлос и говор латгальского языка. Я создал алфавит, издал букварь, ну и тому подобное. Потом там есть информация, какие языки я имею в коллекции. На данный момент я имею 10135 букварей и азбук на 1167 языках, диалектах, говорах. Угу. Ну и там, конечно, все мероприятия с первого и до последнего. Это 261 мероприятие, в основном эти выставки, какие были в Латвии, за границей, ну, презентации, ну и тому подобное. Ну и там, потом там есть еще все мои публикации о коллекции, о языках, потом и книги, буквари, которые я сам написал на латгальском, на латышском и на родном говоре латгальского языка. И потом три книги «Удивительный мир языков», «Удивительный мир народов» и тому подобное. И потом есть отдельная книга латгальские языки, латгальские буквари. Но я там потратил довольно много времени, пока узнал, сколько же всего в мире букварей на латгальском языке. И сколько? Около 70. И оказалось, что первый букварь украли. Вроде бы хранился где-то в одной библиотеке в Риге. Но пока мы не нашли, где и кто это сделал. Но такой букварь имелся. Оказалось, что буквари на латгальском издавались в Латвии, в Литве, в Восточной Пруссии и в России, в Сибири, потому что там до сих пор много латгальцев. Угу. Ну, это все там. А самый старый вот букварь в вашей коллекции, это какого? Это смотря на каком языке, потому что это, как считают, это зависит. Например, в Японии будет первый год. Когда император, потом этот, а там, если в Израиле, там будет 5000, так, а в латышский 1768 год, оригинал. Это оригинал? Да, но, конечно, я собираю и ксерокопии, и фотокопии, ну, надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я найду оригинал, но, конечно, есть такие, которые только в одном экземпляре, и надеяться на это там нет смысла, и потому я заказываю ксерокопию. Есть букварь, или теперь который... скан, да, как можно, называется. Можно да. И так. Есть ли букварь в вашей коллекции, который особенно вам дорог? Ну, все. Все? Да. Сколько их в вашей коллекции всего? Ну, 10 тысяч, да. 10 тысяч. Вчера было 10167. Как часто, кстати, обновляется, вы сказали, вчера было. Ну, вот я сегодня еще на почту пойду. А, то есть уже плюс. Я не знаю, может быть. А каким образом вы пополняете коллекцию? Вы их покупаете, вам дарят, вы где-то... Как, ну, на эту тему так. Буквари в основном не продаются.
Есть много стран, в которых это запрещено продавать буквари. И, например, когда я тоже был учеником, это в советское время буквари не продавались. Они были, распределялись по школам, по библиотекам. Это был как подарок. Например, я получил латышский букварь. Когда после первого класса букварь остался у нас как подарок, а арифметику надо было сдавать в библиотеку. И до сих пор это, таких стран очень много. И это очень, ну, надо придумать, как достать. Надо ехать в издательство. Там остаются, скажем, такие экземпляры для репрезентации. Там их можно, ну, купить можно. Или, ну, не знаю, все рассказывать, как, например, в России издаются буквари там на корякском языке, на хантыйском, на мансийском, где здесь пишется «собственность государства». Это как паспорт. Это значит, его посылать по почте нельзя. Через границу, ну, как это паспорт. Ну, но можно все достать. Каким образом храните свою коллекцию? Это просто как библиотека. У меня по алфавиту, по латышному алфавиту, буква А, и там потом, например, там Англия, СВ, и потом эти все языки по алфавиту. Чтобы легче найти, ну, очень трудно найти. Я уже всех языков не помню. Наверное, занимает очень много места эта вся коллекция у вас. Не так. Так что, компактно вы все укладываете. Компактно, так как многие буквари очень маленькие и тоненькие. Как дорого стоит ваша коллекция, если вот оценивать ее в евро, например? Ну, может быть, у вас другая валюта? Я не знаю, но мне... Не задумывались об этом? Нет, пока нет. Когда вот вы решили ее собирать? То есть вот что послужило именно вот таким толчком, чтобы начать собирать буквари? Ну, в детстве мы в школьные годы мы собирали очень много что. Начиная с пустые гнезда, куски сахара, потом этот сахар был не так уже доступен. Потом эти почтовые марки. Из-за почтовой марки я давал списывать там, ну, математику, только это было как своего рода валюта. Потом появились грампластинки, открытки, конверты и тому подобное. И вдруг был такой же «Нолзвайксный». И там была такая рубрика «Изо всего мира». И там было написано: «Один чудак в Польше собирает буквари». Он имеет там китайский, японский, арабский. С этого все началось. Я решил, что буду запирать только буквари, а все остальные, что уже собрал, буду менять. Или продавать и менять. Буквари, в общем-то, я собираю не буквари, скажем, а языки. Это потому, что, собирая буквари, можно собирать языки. Другого никакого такого способа нет. Это потому, что... Большинство народов, народности не имеет письменности, значит, не имеет книг. Те, которые имеют письменность, большинство имеет только одну или две книги. Это букварь и перевод Библии или, ну, скажем, перевод Нового Завета. И очень многих народов издается букварь первый и последний раз. Это своего рода энциклопедия, где это все, не только там язык сохранился, но и там, скажем, одежда, где живут, как живут, какие животные, какие растения. Это такая маленькая энциклопедия. Ну, какие просто... это, например, народы? Как? Какие это, например, народы? Да даже, скажем, Ганасанский, ну, это в Сибири, но они издали уже второе издание. Ну, первый раз, например, в Дагестане в этом году, в прошлом, я не помню, Ахвахский. Или, например, Горно-Алтайская, ну, Алтайская республика, Челканский первый раз издали, например, в Китае издаются, в Африке, там, ну, очень много таких. И вот вам удается таким образом добывать. А как вы как вы узнаете, что вот появился в Китае? Я имею такую картотеку агентов, скажем так. Все страны, ну, такая, и потом в каждой стране все возможные языки, которые... Ну и, конечно, лучше всего потом буквари купить можно, но это, ну, такие, которые я могу зайти в магазине, там это, ну, а такие, чтобы так, они просто надо придумать, как
меняться. И было бы очень хорошо, если мог, я мог бы зайти в магазин, скажем, через улицу и купить буквари на всех языках. Но тогда коллекционирование теряет смысл. Ну да, и смысл. Никакого смысла нет. Да. Я в мире я знаю, каких 8 коллекционеров букварей. Okay. Осталось уже 4. Просто другие... Во всем мире. Да, больше не. Да, и... То есть 3 и еще вы. Как? 3 и еще вы. Было 8, но уже там просто умерли. Ну да, вы сказали 4. Я еще в Германии, в Дании. Ну, есть, скажем, музей в Илюйске, в Якутии или в Арске, в Татарстане, но они в основном собирают только буквари на своем родном языке. Это что-то другое. Угу. Да. А вы с этими людьми поддерживаете да, отношения? Да, я поддерживаю то... связь. Ну, это и потом я поддерживаю связь с очень многими коллекционерами, которые собирают там почтовые марки. Например, когда я хотел достать первый букварь из Алжира, учительница сказала, хорошо, но я собираю эти куклы народных костюмов. Была такая байба большая раньше. Ну, вот я послал, так поменяю. То есть такой обмен произошел. Это довольно просто было. Потом, теперь мы имеем такую группу, есть так, общество коллекционеров. И в Германии, в этом обществе имеется такая подгруппа или специальная группа коллекционеров букварей и тех, которые интересуются родным языком и как преподавать родной язык. Мы издаем такой бюллетень, newsletter, ну, довольно регулярно на английском языке. Он имеется на моем сайте тоже. Ну, я так просто, мне надо искать... Ну, теперь-то, конечно, хорошо, теперь интернет. Очень много можно узнать, где что такое есть. А так... Как коммуницируете? Сколько языков вы знаете? Как надо, ни одного. А так я могу, ну, скажем, не пропасть на каких 20. То есть на 20 вы можете разговаривать? Ну, так, да. Если, например, я буду в Литве, ну, тогда еще буду говорить по-литовски, я там не пропаду. Или Польша, там, так. Я так имею в виду. Но полностью, я думаю, ни один не знает ни одного языка. И это не надо, потому что зачем мне надо знать, скажем, все составные части подводной лодки, как называют. На родном языке я не знаю всех растений и всех грибов. Ваш родной язык латгальский? Да. Вот что сегодня происходит с латгальским языком, на ваш взгляд? Ну, очень много хороших вещей, да. Фильмы. Телевидение, радио, книги, разные мероприятия, концерты. Очень хорошо то, что в основном молодежь не стесняется и все выступают по-латгальски. Я помню, когда я был учеником в советское время, тогда латгальский язык, можно сказать, был запрещен. Если мы говорили по-латгальски на перемене, нам писали замечания. Руна латгальский старбриди. То есть, угрозы исчезновения, на ваш взгляд, латгальскому языку сейчас нет? Я думаю, не только исчезновение угрозы есть не только латгальскому, но и латышскому, как и ливскому. Ну, таким всем языкам, которые не очень-то, многочисленные. Вот что можно делать, чтобы все-таки как-то противостоять этому? Надо в обязательном порядке изучать в школе. Вот так, я думаю... Когда ребенок маленький, ни один сам не пойдет в школу. Его надо заставлять, и надо заставлять учить родной язык. То есть вы реформу образования поддерживаете? Как? Реформу образования поддерживаете с переводом школ на латышский язык обучения? На латышский? Мне это... На латгальский. На латгальский. Я был так, чтобы Латгалии хотя бы один урок был латгальский язык. Обязательный. А пока у нас нет такого. Нет латгальского языка в школах. Есть, ну, в Адамации, но это другое. Но вы сами прикладываете усилия, вот вы сами писали и учебники, буквари имеются, есть и другие книги, так что это все есть. Просто, если бы мы... Но я понимаю, тогда надо менять там структуру этих всех уроков в школе, если это один, два, три урока латгальского языка, и только в латгальских школах это все надо менять. Но это было когда-то.
У вас были какие-то инициативы? Как? Инициативы были какие-то у вас по поводу вот языка в школах? Вот какие-то предлагали такие какие-то движения, может быть, в этом направлении? Время там, хотели, чтобы латгальский язык был оригинальным языком. Угу. Это обязательно латгальский и все надписи улицы, названия, все документы латышский, латгальский. Угу. Ну и как это удалось? Нет, это все ничего не прошло. Угу. Но есть, конечно, Карсово, где улицы там написали по-латышски, по-латгальски. Но это Валсолдас Центрес, там что-то они хотели протестовать, но оказалось, что никак не могут. Вроде бы этот проект прошел, и все. Ну вот вы сказали, что детей можно как-то приучать с детства и, может быть, даже заставлять учить язык, ну, а да? Как, разве ребенок сам пойдет в школу первый класс? Угу. Как, на ваш взгляд, привить любовь к языку? Любовь к языку. Каким образом можно привить? Надо всем кругом говорить на этом языке. То есть именно погружение, да, на ваш взгляд? Да, чтобы другого выхода не было. Дома говорят, в школе, на улице, и все, и все будут говорить. Это же всем ясно. То есть самый лучший учитель – это, получается, двор и друзья, которые с тобой говорят. Окружение. На самом деле, ну, мы должны будем сейчас, наверное, сделать небольшой перерыв, и потом вернемся к вам и продолжим. Напомню, телефоны прямого эфира, вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите в WhatsApp, кстати, 2-3-0-6-1-9-1. Скоро вернемся. Микс Ньюс. Продолжается личное утро. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии собиратель букварей народов всего мира и латгальский деятель, публицист, языковед, журналист, переводчик Юрис Цибулис. Мы говорим вот о букварях, которые здесь в самой вот новой книге собран буквально там список стран и список языков. Там, по-моему, больше 1000 языков, и рядышком в каких странах говорят на этих языках. Вот что значит букварь? Вот насколько вот это, а с чем отличаются разные буквари разных стран? Каких-то... В общем-то, букварь... Нюансы, можно сказать. Букварь на любом языке, они имеют общее. Угу. Скажем, они создаются по одному общему принципу. Это, ну, язык это само собой, но в букваре отражается эта среда, в которой ребенок или взрослый живет. Там, например, в латышском букваре не надо там рисовать, показывать жираф или крокодил. Угу. Это само собой, да. Есть свои животные. В букваре показывают эту окружную среду, свои растения, животные, в каких домах они живут, как одеваются, что там едят, и все такие, какие праздники. Ну, потом идет, конечно, скажем, там и уже деятели культуры, но это все книга для чтения. Например, в эскимосском букваре нет дерева, так как там деревья не растут. Mm-hmm. Но они узнают, конечно, что такое есть дерево, это будет книга для чтения. Но буквари, я раньше, когда собрал, я думал, так будет, скажем, один букв на латышском, один на русском, один на эстонском, но потом начал собирать хронологически, исторически. Потом оказалось, что есть свои буквари для слепых по Брайлю. Это совсем mm-hmm. другая уже система. Но это просто система, просто не так. Буквари для глухих, для глухонемых, для левш. В советское время, я помню, левой рукой было запрещено писать. Но теперь издаются буквари, как надо писать, и там левой рукой. И потом есть буквари, раньше издавались для колхозников, для железнодорожников. Это все, я имею оригиналы некоторые. Потом, например, есть буквари для девочек, буквари для мальчиков. А разница? Какая-то интересная такая. Даже вот в России разделение. Издаются такие. Да. И сейчас? Да, сейчас. А в чем отличие? Ну, просто там надо смотреть, какие там, например, если буквар для девочек, там будут куклы.
Он с куклами играет, или мальчик будет автомашина. А мальчик не может с куклами играть? Можно, конечно, если хотят. Я помню, что я в машинке играла. Ну, есть буквари для сексуальных меньшинств. А, то есть такое тоже существует? Интересно. Да. Это где-то в каких странах это распространено? Я имею из США и России. А и в России тоже есть? Ну, конечно, и в России, насколько помню, это электронная форма. Да. То есть это... Цифровой. А в Америке книга. Но это не надо иметь, что эта книга будет, по этой книге будут учиться читать там в школе. Это буквари же есть для взрослых, и есть, которые просто называются буквари или азбука, но это уже когда читают, когда он умеет читать, и там совсем другие картинки. Так что такие тоже собираю. Тоже. Да. А так обычно азбука, буквари – это первая книга, как учить читать и писать. Но отличаются ведь и грамматики, и, например, немецкая грамматика Очень сильно там... Можно, например, и на одном языке составлять буквари по разным методам. Там, там всякие методы. Например, для латышского или русского это самый такой приемлемый – это звуковой метод. Но первые буквари составлялись по буквосослагательному методу. Это очень такой трудный, когда, например, в латышский, когда первые буквы были ГАЛДС, ГАЛЦ, когда это название букв было на первом месте, не произношение букв. Ну, и, например, первый букварь, насколько помню, на русском языке по этому звуковому методу составил Лев Толстой. Он его писал 20 лет. И потом он признался, что легче написать роман «Войну и мир», чем букварь. Просто букварь надо составлять, это не может быть так. Вот я взял такое слово. Там надо первую букву, обычно, как в латышском будет, ну, буква «А». «А». Потому когда мы... идем к доктору, мы произносим «а-а», это уже можно написать, да, или там «а-а», и потом уже добавляется «ла», «ла-ла-ла», уже можно петь, и потом надо думать, какая будет третья буква, если по-латышски, то, скорее всего, будет «л-а», «ала», ну, и потом дальше труднее и труднее будет, как «чи-ди» это добавить, это очень сложно, это надо придумывать. И там, и притом, надо придумать такие слова, которые знает ребенок. Конечно, да. Да, чтобы какие-то это было там революция, как в советской букваре, революция, там и гражданская война, где-то на Камчатке. Но это другой вопрос. Ну вот вы свой первый букварь помните? Не знаю, свой? Я имею его, но нет, свой я не сохранил. Но я потом нашел в тоннеле, купил. Да, и у меня были латышских два букваря и один русский в то время. В латышском первом букваре еще была буква «ЦХ», как в литовском осталось. А потом, ну, просто из алфавита этого вычеркнули, оставилось только «Х». Раньше, например, «колхоз» писались «колцхоз», это было «Х-Х». Это как в немецком, другое произношение было. То есть эти буквари, они фиксируют, сохраняют вот эти изменения в языке, они показывают... Да, и конечно, буквари все отражают политику, как бы это было. Но это без этого не обойтись никак. Политику отражают в словах, которые там есть? Не только в словах. Мы, если помним, в советской букваре мы открывали, там был Ленин, потом Брежнев был. Но да. Есть буквари, которые где на обложке есть президент, это туркменский. Ну, да. Что ж там в этом смысле, конечно. Да. А чем вообще коллекционеры отличаются от обычных людей? То есть вот вы говорите о том, что есть общество коллекционеров, и вот это, мне кажется, ну вот люди особые, которые охвачены какой-то страстью, увлеченностью. Ну просто я читал, что коллекционеры... Ну, вообще, не пьющие. Потому что мне жалко денег. Да. Они покупают там буквари почтовой марки, а они пойдут там покупать водку. Это может такое быть. Ну, конечно, я считаю, что это своего рода болезнь, которую не надо лечить. Пусть она прогрессирует. То есть такая зависимость? Да.
Но это хорошая зависимость. Вот как раз нам слушатели пишут, всегда восхищают люди, которые могут так заморочиться. Ну, то есть, вот, ну, в хорошем, наверное, смысле, имеется в виду, что вот, вот просто... А мы знаем, ведь некоторые музеи, которые, то это просто коллекционеры. Мне кажется, это в Латвии медицинский музей. Да, создан на частный музей. И в России это была Третьяков галерея. Это коллекции людей. Да. Частные коллекции. Чем коллекционер, можно ли отличить коллекционера от собирателя? Есть ли вот такое разграничение? Ну, да, я думаю, коллекционер, вначале он собирает, потом он начинает уже эту информацию как-то оформлять и начинает писать. Угу. Статьи, ну, я вначале не думал, что буду писать книги. Угу. А потом я не то собирал. Я вначале думал, что вот соберу там буквари, все по одному, потом все пошло-поехало. Как я говорил, исторически, потом все возможные, которые только есть. Потом я начал это все, скажем так, оформлять, чтобы другие люди знали. Издавать книги. Ну, я такие вот, скажем, группы, или как я имею... Книги – это «Мир языков и народов». И там буквари, как я их достаю. И какие там эти буквари, как они, чем они отличаются. Потом сам пишу, я начал писать буквари. Я тоже раньше не думал, что я буду писать буквари. Ну и потом... Уже я каталог издал всех букварей, чтобы уже просто, когда я не помню... найти. И теперь, конечно, в интернете это веб-сайт имеется на 5 языках. Там теперь очень легко, скажем, 2 раза в году я там обновляю эту информацию, добавляю, там что-то исправляю. Очень легко там найти, как бы имею, не, и такой буквари не имею. Но коллекционирование можно назвать инвестицией? Да. Каким образом? Ну, например, если там я собрал там много букварей на латышском языке, скажем, все старые и новые, это можно создать в музее. Да. Ну, то есть получается, что ценность этой коллекции выше, чем ценность каждого отдельного букваря по отдельности. То есть, когда они собраны вместе, это уже само по себе ценно. Мне кажется, Райнис писал... Таспекс, ко нерец пилена, то лиос варенц копума. Если одна, это одна книга, это одна книга. Если мы собираем все книги вместе, это уже что-то другое получается. Объем другой. Как не только это объем, но это объем одно, но это уже имеет другое значение. Например, скажем, если вдруг можно собрать с первого до последнего все буквари это вместе. Это совсем другое. Но вот эти выставки, в которых вы принимали участие, вот ездили по миру, сколько всего, и когда это все началось, когда впервые, вот первый раз вы выставили свою коллекцию? Ну, первые такие были выставки небольшие, конечно, в школе, где я работал, потом в районе, там культура, это культурные дома, библиотеки. Первая такая выставка, это была в ДНХ. Насколько помню, в Москве. В каком-то из павильонов, по всей видимости, там. Какой павильон, я не помню, но там было просто такие выставки коллекционеры со Советского Союза. Из Латвии там было несколько выставок. И мою коллекцию наградили серебряной медалью. Ну, ладно, это... Но тогда это тоже это было, наверное, большое достижение. То есть, да, и потом уже начали писать в журналах, в газетах, узнали уже в Дании, в Словении, и мы начали такие писать письма Юрису Цибулису, коллекционеру Латвия. И все, и доходили письма, и потом я познакомился с многими, и до сих пор еще переписываюсь. Ну и потом уже были выставки в России, в Греции, в Эстонии, ну, да. Ну, не могу вас не спросить, что произошло в Калининграде. А там просто было... Да. Скажем так, там эту книгу мою можно было убрать, и все, и выставка прошла. Ну, например, это был первый раз такое было в Греции, когда там был македонский букварь.
Когда было открытие выставки, этот букварь македонский просто изъяли из витрины, и все продолжалось, ничего не было. А было не так в македонском. А у них там, ну, считают, что такого языка нет, такого народа нет. То есть, тут политические какие-то. Политические, потому что в Греции там Македония – это свой регион, а это Македония – другой регион. Ну, там тоже политика. А здесь было… В Калининграде просто в одной моей книге было упомянуто, что в России в таком-таком году издали белую азбуку со свастикой. Это в России издано. Да. Просто я упомянул, что такое есть. Но они там, конечно, других еще нашли, но эти все книги все вернули, потому что эти были изданы или в Восточной Пруссии, и там, или в Латгалии. В 1934 году тоже было это Угунскрус и Волга. Да. Это все вернули, а эту книгу забрали, потому что это они сказали, это, ну, насколько, чтобы был какой-то суд был, и они решили, что эта книга считается экстремистской литературой в России, нельзя ее, ну, распространять. Я же книгу издал... Я не знал. Но если бы я и знал, все равно я просто написал бы это все. Это история. Из истории нельзя убираться. История, да. Я сказал, я собираю все. Я не могу так вот одну буду брать и не буду брать. Или так. Это просто даже это не был букварь. Это у меня дома. Просто. А это фотография и в моей книге было написано, что такие новые такие поступления имеются. Ага, то есть это просто как анонс, наверное, был того, что может у вас быть? Или... То есть этой конкретно книги со свастикой не было у вас в коллекции тогда в Калининграде? Нет, это была моя книга, и моя книга там про Китай была, и просто были какие новые поступления. Ну, мне там и так было и написано, насколько я помню, что ну вот такая белая азбука издана. Но она такая, конечно, нехорошая, это содержание. Ну, вам было обидно? Всю дипмиссию Латвии обвинили в провокации, по сути. Ну, мне там какая-то там статья была. За непротиводействие экстремистским действиям. 35 евро. Штраф? Да. Вы заплатили? Я сам, нет, они забыли про меня, я сам искал их и перечислил, и все. Они сказали, вот будете, приедете домой, напишите про нас новую книгу. Ну, ну, я так и думаю, потому что бумаги все я имею. Но вы говорили о том, что да, действительно, что очень часто эти буквари бывают политизированы. Да, если но они я даже помню советское время, когда я одна была по телевидению в Риге, то я показывал польский букварь, потом запретили эту заново, потому там уже была на горизонте солидарность. Ну, а, наверное, в Германии нацистской там тоже присутствовала своя символика, свои какие-то эти символы. Свои буквари, наверное. Ну, нет, например, как в Калининграде, это не на обложке, она там была. Я сказал, на выставках книги в руки не берут, никто не открывает, то и знать никто не будет. Ну, вот да, мне. Да. Ну, я знаю, если можно верить, там рассказывали, как это получилось. Просто одна библиотекарша пожаловалась на директора, что она разрешила такую выставку, где есть свастики. Ну и все. Просто написала такой, можно сказать, донос. Жалобу. Да, ну, жалобу донос. Да, вот. И трудящиеся пожаловались, и мы должны были расследовать. Напомню, что если это, ну ладно, это так была история, но так было, я понимаю. Ну, это единственный раз, вот, когда вы с таким единственный раз, когда вы с таким вам пришлось. Нет, это македонский был. Ну, да, македонский, да, потом. А в России, эти буквари были, мы со свастикой, ничего не было в Пскове. Потому что в Пскове издавался латгальский букварь, которого нет в Пскове. Просто библиотека там уничтожили во время войны. Не было такого. Там просто это надо тогда искать, где-то будет. Там это не надо. Есть, которые, конечно, есть буквари, где на обложке есть. Например, один латгальский такой имеется, один латышский. В Индии там очень много буквари, где свастика на обложке. Это другой смысл у них совсем. Или буддийский тоже есть там. В Китае изданы Будда и все.
Издаются буквари обычно в, ну вот эти книги. Есть ли какие-то необычные издания, я не знаю, очень большие, очень толстые буквари? Очень толстые – это для слепых. Угу. Да, у них два. Ну, и обычно они, конечно, имеются только в школе, где эти дети учатся. Есть очень маленькие, например, самый маленький букварь. Ну, это, наверное, для коллекционеров издали в Германии. Я теперь не помню точно наизусть, сколько было там миллиметров. Ну, надо через лупу разглядывать. Есть такие маленькие тоже. Но это скорее действительно для коллекционеров, да, даже так учиться невозможно. Таких я несколько имею. Uh-huh. Есть очень большие в России. Это, так скажем, ростом ученика. Uh-huh. Это для новых русских. Ну да. Но как вы считаете, вот роль букваря, она сохраняется ли с тем, что в нашей жизни сейчас пришел интернет, и многие дети уже начинают изучать, ну вот, мир и язык буквально через мобильный телефон? Да, они... есть такие буквари, которых уже в виде книги нет. Он имеется, ага, только в цифровом электронном виде. Такие я имею, по-моему, уже на румынском. Угу. Ну, есть еще несколько языков. В чешском. Они просто только там доступны. Ну, вначале наш последний латгальский тоже был в 2014 uh-huh. году, только там в цифровом виде. Но потом мы уже там, конечно, сказали, нам нужна книга тоже. И издали в 2017 году книгу. Но есть, которые так имеются только там. Ну, у вас в дальнейшем есть мысли о музее собственном? Как? В дальнейшем есть ли у вас мысли о музее собственном? Уже в этом году. Уже в этом году откроется? Нет, нет, нет. Это... Или мысли только? Я буду что-то предпринимать. Чтобы эта коллекция была доступна постоянно, да, для того, чтобы можно было посмотреть. Ну, я план имею, но просто я потом вам скажу. Ну, и мы хотим напомнить о том, что новая книга, которая вот сейчас появилась, в ней можно найти очень интересную информацию о том, сколько вообще языков существует в мире и в каких странах говорят там. То есть, вот есть два таких справочника, один по странам и сколько языков в каждой стране используется, а другой наоборот, вот каждый язык и в какой стране на нем говорят. А вот получается ведь, что есть страны, которые используют один и тот же язык, например, французский язык используется не только во Франции, но и в ряде африканских стран, в Канаде. Испанский используется в Латинской Америке. Вот эта роль больших языков и то, что они, ну вот, их вот английский, испанский, я не знаю, французский входит ли, немецкий, китайский, вот эти большие языки, они не задавят ли все-таки языки малые? То есть вот, вот этот баланс, возможен ли сохранить, или в результате победитель получает все, останется вот один, может быть, ну, 2-3 языка? Ну, насколько я там изучал, насколько я заметил, всегда так было, что каждый язык, большой, небольшой, будет задавливать язык, который меньше него. Это из жизни мы знаем. Угу. То есть русский пытался задавить латышский, латышский – латгальский, ливский, угу. Потому что ливы были все латышами, считались до 91-го года. Это потом им разрешили, когда я осталось там 200, а латгальцам не разрешается. Но тоже до 28-го какого года писали, что паспорт латгалец национальности. Но чувствуете какое-то ущемление прав латгальцев? Я лично нет, потому что мы там как говорили по латгальски, так и говорим. И теперь уже, конечно, нет. Телевидение каждый день есть, и книги выходят, и мероприятия на по-латгальски, и афиши по-латгальски. И даже уже, ну, если так скажем, только латгальски, нет уже государственного языка там рядом латышского. Тоже так бывает. Нужно ли людям учить другие языки, учитывая, что сейчас появляются переводчики буквально в телефоне, там сам он тебе переводит на любой какой хочешь язык, и многих это, ну, расхолаживает, говорят, зачем учить язык, если вот у меня там вот есть такие... Да, но если этот переводчик вам переводит, и вы языка не знаете, вы же не понимаете, куда и как надо идти. Я думаю, что каждый человек должен в первую очередь изучить свой родной язык, как мама говорит, как отец. Потом язык государственный, где он живет, в какой стране. Потом язык своих соседей. Например, ну, скажем, если Латвия,
да, я считаю, что надо знать русский, белорусский, литовский, эстонский. Потом своих друзей и, конечно, своих врагов, если такие есть, потому что легче и лучше всего справиться с врагом, можно, зная его язык. Такая интересная у вас схема изучения. Да, я думаю, языков. Так это есть. Да. Когда, как же там расшифровать, когда война, и что такое язык, если не знаешь, это очень трудно. Ну что ж, время у нас уже подходит к концу. Спасибо. Да, благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию. И вот ваша книга для наших зрителей, которые могут увидеть, кстати, ее и в трансляции, будет доступна. Она уже доступна, насколько мы понимаем. Она уже в магазине, есть в интернете уже с марта. Угу. Так что обратите на это внимание. Ну и я напоминаю, что сегодня в 12 часов будет климат-контроль с Константином Рангсом, в 13 часов советы богачек, там очень будет интересная тоже тема по поводу отношений мужчин и женщин. В 14 часов программа «Встретились, поговорили», кинодокументалист Ольга Шакина. В 15 часов перенесена была подоплека с Людмилой Прибыльской. И вот после 17 часов программа «Семь дней и ночей», после 16 часов, вот в 17 ее гостем будет экс-мэр Риги Олег Боров. Да, благодарим вас, что вы пришли. Спасибо. Юрий Цибульс был с нами сегодня на протяжении этого часа в программе «Личное утро». Спасибо, всего доброго и до свидания. Всего хорошего.